5 июля состоялось торжественное открытие чемпионатов мира по быстрым шахматам и блицу. На соревнования съехались ведущие гроссмейстеры со всего света. Поздравить спортсменов приехал президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. К нам приехали знаменитейшие шахматисты, великие гроссмейстеры современности, которые покажут здесь свою игру. И когда господин Гулимжинов был у меня, и мы договаривались об этом мероприятии, мы рассуждали о влиянии шахмат на человека. Что такое быстрые шахматы? Это заставляет человека быстро думать. Мир сегодня очень быстрый. Блиц-турниры заставляют человека быстро принять решение и сделать шаг. То есть это в жизни пригодится. Глава государства подчеркнул, что казахстанские шахматисты имеют все шансы завоевать почетное звание чемпиона мира по быстрым шахматам и блицу. Для этого они приложили немало усилий и талантов. Мы не обделены знаменитостями шахматными. Казахстан побеждал в азиатских шахматных турнирах, чемпионы у нас есть. Женская сборная Казахстана тоже на хорошем месте сыграла последние два года. Мы 18 медалей завоевали, так что есть у казахстанцев на кого равняться. Я поздравляю с проведением этого важного события у нас в столице. После завершения официальной части среди участников соревнований была проведена жеребьевка. Стоит напомнить, что финалы чемпионатов по быстрым шахматам и блицу пройдут с 6 по 10 июля.